Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и это канал «Счастливая улитка». Сегодня обзор на вышивку из магазина Fix Price. Видео с покупкой вышивки я оставлю в описании под этим видео и ссылки на другие обзоры тоже. В набор входит канва, нитки мыленные, иголка, инструкция. В инструкции написано, что можно вышивать нитками в 2-3 сложения. Я буду вышивать в 3. Разбираем мулине. Оно разделено на две части. Начну с первой. В первом отсеке оказалось 8 цветов. Теперь мулине под цифрой 2. Разложила и не хватило темно-розового цвета. Других розовых очень много, а этого нет. Начну с синих мулине. Вышила, хватило, осталось. Желтое мулине. Вышила, хватило, осталось. Оранжевое. Вышила, хватило, осталось. Два оттенка зеленых. Вышила, хватило, осталось. Мулине осталось. Два зеленых цвета. А на канве 3 зеленых. Ну, буду вышивать тем, что есть. Цветами, которые есть в наборе. Вышила, хватило, осталось. Линии провела швом назад иголка. Как вышивать этим швом, я показывала ранее, ссылка будет в описании под этим видео. Показывала подробно. Красные мулине. Вышила, хватило, осталось. Розовые мулине. Вышила, хватило, осталось. В этом цветочке так много цветов, а у меня осталось 3 цвета мулине. Оттенки зеленого, желтого, оранжевого, есть даже оттенок бордового с каким-то налетом коричневого. Вышила 3 цветами, 2 коричневыми и черным. И вспомнила про бабушкину довоенную вышивку, там крестики вышиты 2 цветами. Я вам ее ранее показывала. И решила вышить так же. Вышила теми мулине, которые были в наборе, полукрестиками в одну сторону. А теперь буду вышивать коричневым и черным в другую сторону. Вот что получилось. Мне нравится. Розового мулине не было в наборе. Беру свое. Вышила. И захотелось сделать фон. Бежевый. Вышивать буду полукрестиком в 2 нити. Вышила. Вот что у меня получилось. Теперь отзыв и только мое мнение. У вас все может быть иначе. Это результат только на моей вышивке. Вышивка дешевая, 55 рублей. Красивые, интересные. В ней не хватало одного мулине, одного цвета мулине. На канве были цвета и оттенки ниток, на которые не было вообще в наборе. Мне понравилось выдумывать крестики и как вышивать, как можно вышить. Стало даже интереснее, чем просто вышивать. Для тех, у кого нет мулине, нехватка одного цвета может стать проблемой, потому что нужно будет идти искать и докупать. Мне же понравилась и вышивка, и результат. Фон я решила сделать сама. Мне понравилось с фоном. Это результат только на моей вышивке. У вас все может быть иначе. Мне часто пишут, что на таких же вышивках абсолютно другие результаты. Это все видео на сегодня. Весь обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.